Смотрите, отсюда я начала ловить такси и обнаружила, что у меня пропал кошелек и сотовый телефон. Так, стоп. Значит, пропажу вещей вы обнаружили на этой стороне дороги? Я точно не знаю, когда именно, но обнаружила я здесь. Я не знаю, когда они пропали, но обнаружила я здесь. Столько писал здесь. Что случилось? Если вы обнаружили пропажу вещей на той стороне дороги, потом перешли сюда, я бы принял заявление. А какая разница, на какой стороне я обнаружила пропажу? Большая разница. Это не наша территория, вон наша территория. Берег, что происходит, не пойму. Не наша территория, не наша работа. Берег! Девушка, сейчас 2 минуты. Ну какие 2 минуты? Подождите. 2 минуты. Подождите, 2 минуты, если что, 102 вызовите. Берег!